Ребят, всем привет! Сегодня поговорим про новый робот-пылесос от компании 360. И моделька у нас называется S7. По заверениям компании-производителя, она даже лучше, чем сиамишный робот-пылесос, который наша 50-я моделька S50 моющий. Внутри транспортировочной коробки находится еще одна коробка, уже основная. И, ребят, этот робот-пылесос в Корее в 2019 году занял первое место по степени удовлетворенности покупателей. Достаточно большая коробка, широкая. Так, ну и достаем наш пылесос. 360 инструкция. Открыть, говорят, нам вот эту вот штуковину, достать док-станцию, чтобы не выкинули. Достаточно толстая инструкция. Очень, я бы даже сказал, толстая. И здесь у нас на китайском, на английском, на итальянском и на русском языке в том числе. В принципе, это большой плюс для китайской продукции. Как нам сделать обновление, как нам сделать программный сброс. Сенсоры различные. Так, эту крышку здесь ничего нету. Ха-ха, смотрите, какие глаза прикольные. Такой, они убили Кенни. Очень похоже на самом деле. Пылесос пока отложим. Посмотрим, что у него в комплектации еще есть. Ну, во-первых, безумное количество различных переходников под разные розетки. Даже два под нашу розетку. Зачем-то сделали два переходника. Ну ладно, чтоб мало не показалось. И вот основной блок питания. Он выдает у нас 19 вольт и 1,2 ампера. И док-станция для подзарядки. Вот так вот она выглядит. Две контактные площадки. Все, сам провод лично прячем вот сюда, наматываем. Подставляем штекер квадратный. Закрываем, налево, либо направо вводим. Очень удобно. В верхней части присутствует светодиод индикации работы. Робот подъезжает, светодиод, по-моему, загорается. Если его нету, то светодиод тоже не горит. И здесь у нас, соответственно, здесь и здесь ИК-подсветка. И, в принципе, робот сам запоминает нижней части прорезиненной ножки, чтобы наша база не скользила и робот ее не сбивал. Подключаем наш переходничок. Клац. Все, готово. Обратно теперь его вытащим. Тоже несложно. Осматриваем содержимое коробки с глазами далее. Робот у нас с мойки, он моющий. И моет он только тогда, когда у него здесь есть водичка и прочее, прочее. То есть у него такая интеллектуальная, капиллярная, можно так сказать, система. Вот раз, два, три пары вот таких вот элементов. И видите, магнитная часть присутствует, только мы надеваем. То робот-пылесос сразу понимает, что у него установлен бак для воды и начинает подавать воду. Вот здесь точно так же еще присутствует такой вот магнитик. То есть мы эти штучку, если нам надо, заменяем, если они вдруг забиваются. Поэтому лучше использовать воду не из-под крана, а хотя бы кипяченую. Вот здесь мы в левой части открываем, заливаем. Ну, либо не кипяченую, там, из-под фильтра, то есть, чтобы не было сильного осадка, который бы забил вот эти вот дополнительные штуковины. Вот, видите, говорят, что мы должны менять каждый месяц. Ну, на самом деле, по опыту скажу, если вы пользуетесь очищенной водой, то раз в 3 месяца они спокойно живут. Магнитики здесь есть. Тряпочка, благодаря тому, что она вот здесь, вот тряпочка, кстати, вроде бы одна, больше я в комплекте не вижу. Вот так вот она съезжает. Она очень похожа на сиамишную. И когда она едет, она ничем не цепляется, она здесь проверлочена, и, соответственно, чин-чин-чин, она протирает пыль. И присутствует колесико. Вот так вот оно вставляется, клац, все, готово. Друзья, глаза — это всего лишь маленький бонус от компании 360, они просто предлагают их сюда наклеить, и будет действительно забавно. Ну, я не спорю с ними, мне очень понравилась эта идея, то есть, как бы, ну, прикольно, вот просто прикольно. Так, на верхней части у нас расположен лидар. И, ребят, лидар, заметьте, тоже с кнопочкой. То есть, если вдруг он подъезжает под какую-то площадочку, допустим, под тумбочку, то он подъезжает, раз, нажалось, и он отъезжает назад. Соответственно, он не застрянет. Если бы здесь не было кнопочки, он бы 100% застрял. Кнопочка
автоматической уборки и кнопочка поездки на базу. Передняя часть у нас ИК и прочие, там сенсоров куча, даже не буду уподавляться в технические детали. В общем, он подъезжает к препятствию и отъезжает. С правой части у нас датчик приближения к стене, вот поэтому здесь одна щетка, то есть он подъезжает к стене и на длину вот этой щетки, чтобы не царапать ни стену, ни себя, он убирает. В задней части справа у нас динамик, слева выдув, и здесь точно так же присутствует какой-то фильтр. Две контактные площадки, чтобы он подъезжает, попкой у нас заряжается. Ну и, соответственно, сам лидар, который вращается и строит карту помещений. Бампер небольшой, резиновый, такой вот приятный на ощупь присутствует. И кроме этого, еще у нас здесь, если он где-то не заметит препятствия, вот это тоже является, так сказать, датчиком. И датчиком препятствий. В нижней части 4 датчика высоты, которые не позволяют роботу упасть. Соответственно, щеточка. И здесь точно так же продуман механизм самоочистки. То есть пыль сюда не попадет, волосы не попадут. Она не намотает на себя волосы, не переживайте. Очень большой клиренс. Клиренс этого пылесоса 2 сантиметра. То есть он может заезжать на высоту около 2 сантиметров. И даже чуть-чуть поболее. Но учитывайте то, что в районе 2. Вот здесь вот у нас еще присутствуют даже какие-то, ну, то есть сделали на высшем уровне, мне нравится. Вот такие вот щеточки, которые тоже пыль дополнительно подтирают или что они там делают. В общем, вот так вот у нас крепится моечка. И она, видите, немножко отходит, чтобы всегда прилипать к полу. То есть у нее есть люфт специально вверх-вниз. И, соответственно, при необходимости мы можем очень легко ее снять. Центральная щетка снимается достаточно легко. Поддеваем. Резиновая штуковина, чтобы вообще она полностью идет по полу и подтирает пыль, которую щетка это, во-первых, загребает, во-вторых, сам пылесос ее втягивает. Сила всасывания максимальная у нее 2000 паскаль, что достаточно неплохо. Вот сама центральная щетка с резиновыми вот такими вот твердыми вставками. Позволяет ей не только просто вот раз, она и прошла, и по ковру может пройти, и по твердой поверхности. И в то же время вот эта вот штука очень мне напоминает действительно S55. Видите, чтобы пыль, во-первых, она ходит туда-сюда, во-вторых, чтобы пыль не попадала между, она вот с такая вот силиконовой, не знаю, резиновой такой вот вставкой. 360 мощность, что здесь написали, 19 вольт, 12 ампер. По сути, очень похож на Xiaomi-шный, но у него есть свои отличия, которые, как заявляет компания, в лучшую сторону. А конкретно он умеет план этажей делать. То есть, если у вас двухэтажный дом, квартира, он запоминает различные этажи, можно сразу ставить. Во-вторых, он у нас имеет возможность выбора, где ему потом надо делать мойку. То есть он сначала может проехать без мойки, потом мы поставляем мойку, он едет только в то место, где надо помыть пол и убирает, тем самым не мочит, ковер не намокает. И емкость бака здесь 570 мл, у Xiaomi-шки у нас S50 480, то есть мусорник поболее будет. Ну тоже вот здесь резиновая вставка, сделана достаточно качественно. Ну, фильтр, я не знаю, мне кажется, наверное, не подойдет, как от прошлой версии. Фильтры присутствуют тоже, датчик, магнитный вот такой вот датчик, чтобы мы без фильтра не смогли запустить и тем самым не засорить турбину. Вот здесь у нас еще присутствуют кнопочки и индикация, Wi-Fi и Reset. Wi-Fi сгорит, а Reset мы можем сделать. И вот такой вот махонький, ребята, вот вообще вот такой вот, не знаю, птенчик, да, который позволяет нам срезать волосы с основной щеточки и протирать. Ну, действительно, махонький, забавно. Сделали его достаточно забавно. Диаметр робота-пылесоса составляет 35,2. Ну, так, соответственно, он круглый. И максимально, куда он заедет, ребят, это, считайте, где-то в районе 11,5 сантиметров. Обычно его мощность, если как сказать, на мьют, на самой слабенькой, у нас 800 паскаль, если стандарт 1300, но если мы поставим 1300, он заезжает на ковер, сразу она поднимается до 2000. Автоматически только он съезжает, она точно так же опускается. Ну, либо же я рекомендую вообще ставить максимальную мощность, как я всегда делаю. И он у нас может проехать, ребят, в районе 180 квадратов. На одной аккумуляторной батарее. Если вдруг процент заряда будет ниже, чем 20, то он вернется на базу, подзарядится и поедет дальше убирать.
То есть вот такой вот у нас умненький робот-пылесос. Ставьте сразу в комментариях, с кем его батлить, с кем батл делать. С кем? Я думаю, что, наверное, с Сиамишкой второй, потому что очень, ну, то есть тот, что у нас моющий, они так более-менее похожи и плюс-минус кто выиграет. Изначально, ребят, робот говорит полностью, по-моему, на корейском языке, уж, ну, не на китайском, мне так кажется. Очень веселый. Такой ля-ля-ля. Давай на базу. А когда на базу становится, он еще говорит ля-ля-ля. Берем инструкцию, сканируем QR-код и скачиваем, устанавливаем приложение. Приложение качается Smart 367, клиент робот. После этого нам надо перевести робот в режим подключения. Удерживаем на 3 секунды вот эти две кнопочки. Раз. Все, и открываем наше приложение. Называется оно 360 Smart. Можно тоже, в принципе, посмотреть через Google Play на русском языке. И можем нет в аккаунта, можем создать, либо же просто зайти без регистрации. После успешного входа регистрации добавляем устройство. S5, S6, S7 или уже S7 Pro. У нас S7. Добавляем кнопки, мы уже... Индикатор Wi-Fi должен быстро мигать. Проверяем, мигает ли он у нас быстро. Он у нас быстро мигает. Индикатор мигает. Пароль от вашей локальной Wi-Fi сети вводим. Несколько секунд, и телефон будет привязан к роботу-пылесосу. И вы сможете управлять роботом с телефона, даже не находясь дома. То есть это можно делать по любой... Ну, то есть вы находитесь банально в интернете, то есть он подключается к вашей Wi-Fi сети через сервера 360.com, а вы уже точно так же подключаетесь к серверам, находясь даже, не знаю, в любой точке земного шара. Главное, чтобы везде был интернет. Ребят, смотрите, чтобы нормально подключить пылесос, вам надо прежде всего отключить мобильный интернет. Если у вас будет включен мобильный интернет, никогда не подключите, никогда с ним не сделайте сопряжение. Обратите на это внимание. То есть мы добавляем плюсик, зажимаем две кнопки, начинает моргать кнопка, и только после этого мы добавляем наш пылесос, вот здесь вот добавить, потому что он почему-то переключается на его встроенную Wi-Fi сеть, и только потом передает данные о текущей Wi-Fi сети. То есть обязательное условие выключить. Обязательно выключить мобильный интернет. Пришло новое обновление, хотел вам показать, что оно есть. Вот обновляшка. Ничего конкретно не понятно, что здесь, что-то баг. Ну, в общем, обновляем 1.6.7, 1.7.2. В принципе, это плюс. Короче, на корейском, по-моему, он болтает. Надо его поставить на док-станцию и тогда обновить. Стал доступен новый языковой пакет. Конкретно английский. Загружаем. И тут я не знаю, это китайский или девочка или какой-то. Ну, в общем, языковый комплект английский, русского, к сожалению, пока нет. Вот он загрузился, мы его выбираем, и робот-пылесос будет общаться с нами на английском языке. Приложение здесь, ребят, на русском языке. В принципе, сразу же основные кнопки возврат, уборка, автоматически, вот еще. Так, установим помещение. Требуется провести полную очистку один раз. Сделаем это обязательно. Уборка во всем доме. И либо же мы можем, это потом я расскажу в видео дальше, то есть он немножко интереснее, чем Xiaomi, он может, позволяет у нас устанавливать комнаты, в которых он будет убираться, допустим, там по расписанию. И уже просто вот сектора, вот в Xiaomi есть сектора, а здесь он у нас делает уборку целого помещения, поэтому мы запустим его и проверим. Так, возврат, уборка, авто, вот еще секции. Эта функция может только после уборки. Выбор карты, тоже здесь сохраняются карты различные, плановая уборка. Понятно, что мы можем задать какой-то интервал, когда нас нет дома. История, даже не буду, сбросить карту, повернуть карту, это тоже плюс, потому что бывает не всегда даже понятно, как и что, но можем сразу повернуть. Звуковой пакет, режим DU, это у нас, мы должны с ним быть в одной Wi-Fi сети, чтобы мы могли им управлять с помощью мобильного телефона. Обновить ПО мы только что сделали, найти, давай, ищи. Почти сразу. Запчасти, уход. Тут у нас напоминание о наших щеточках, фильтрах и прочее. Мы можем, если мы купили, сбросить. Или даже если мы не купили, тоже можем сбросить. Но это уже чисто под нашу ответственность. В настройках мы можем изменить ему имя, предоставить кому-то из членов семьи еще возможность управления роботом. Режим не беспокоить, когда он вообще будет молчать. Даже когда там какие-то, не знаю, что он будет делать, он тупо будет молчать. Я не ставил, честно. Настройка громкости.
90-100. Настройка своих индикаторов. Можем банально их выключить, чтобы они вам не мешали. Видите, они сразу же отключились. То есть, если вы где-то там ночью будете запускать, или они просто вас раздражают. Следующий момент. Включатель для повышения давления ковра. То есть, когда робот-пылесос будет заезжать на ковер, у него мощность будет автоматически подскакивать до максимальной, какую бы вы при этом не выбрали. Единица изменения площади квадратного метра. Режим объезда, если он видит препятствие, он будет стараться максимально его объезжать, чтобы не биться бампером. Ну, по умолчанию оно установлено, поэтому, в принципе, ничего такого не буду я делать. Ну, вот, запускаем уборку. А, зону, он хочет зону. Ну, уборка во всем доме, я ему скажу. Вот уборка, уборка. И режим у нас здесь тихо. И максимальная мощность. Слышите, как насколько сразу увеличилась мощность, чтобы если взять уровень... Давай. Эй, куда поехал? Взять уровень тихо. Вот авто, тихо, вот тихо, ведь он не стоит переживать, что упадет, не упадет, у него датчики есть. Кроме мобильного телефона мы можем запускать его в работу. Ребят, запускать робота мы можем и с помощью кнопки, нет у нас мобильного телефона, Wi-Fi, интернет, ничего, просто подошли, запустили. Но я рекомендую хотя бы один раз подключить его, выставить ему максимальный режим и выставить ему, допустим, уборку с 12 часов дня. Чтобы он начинал уборку, или там, когда банально вас нет дома, чтобы не мешал он. И он себе проедет, уберет и вернется на базу в 100, ну, 99, наверное, не знаю, даже не в 99, из 999 из 1000 вариантов он должен вернуться. Ну, по крайней мере, так делают большинство роботов с лидаром. Это такой познавательный экскурс в этот робот, то есть, можно сказать, такой обзор. А давайте теперь сделаем следующее видео. А в следующем видео я хочу вам показать, как он уберет кухню, что он построит, что он придумает. Так что не забывайте подписываться на канал, и потом, конечно же, сделаем батл. Вы тоже можете писать под видео, с кем его делать батл. Ну, так как он умный, я даже не знаю, первая сиамишка, вторая сиамишка. Давайте, пишите, я обязательно отвечу, сделаю. Ну и пока-пока. А, и не забывайте, кстати, про канал в Телеграме, где я практически 20 часов в сутки нахожусь. Вы можете сразу же напрямую задать мне какие-то вопросы, посоветоваться с обществом, получить классные скидки, там я выкладываю. И не забывайте про табличку с товарами Xiaomi, где я ее стараюсь регулярно пополнять и обновлять все цены. Пока-пока.